Очень дохуя клипов, мы их просто смотреть не будем. Ебать, он чё, ёбнулся? Бля, как же пиздат делает, да? Красавчик. Есть хоть кто-то в чате, кто не смотрел, как я игру кальмаров? Я уже понимаю, в чем прикол, я все понимаю, но я не смотрела. Есть такие? Ребята... Я тебе говорю, начни смотреть сегодня. Ты охуеешь, Ань. Ты на одном дыхании посмотришь сериал, очень крутой. Блять, я бы все отдал, чтобы заново вообще посмотреть и не помнить вообще сюжета, нахуй. Еще хуяк на улицу выхожу, у меня, блядь, кирпич на голову падает, и у меня память отшибает за всю жизнь, прикинь. Тьфу-тьфу, не дай боже, блядь. Впиз лучше второй сезон дождусь. Подписчики, привет! Я так по вам скучала. Привет, можно погромче? Шарики, остальным соболезную. Подписчики, привет! Я так по вам скучала. Привет, мои смешарики, остальным соболезную. Да опять затянули, но так как нас кинул Кентикс анимация это. В смысле была, блять, я всегда красивая. Я взрослая женщина, я могу себе позволить не накраситься и чувствовать себя полноценно. А ты, если ты оцениваешь людей по внешности, мне тебя очень жаль. Пока. Мы ее делаем теперь сами. Вань, нужно 5 секунд анимации ебла, чтобы в ролик вставить. Да, есть баги, и они будут фикситься в течение месяца. Короче, стараемся. Что за пес не появился? Ведь мы так долго этого ждали. А по новостям у нас хороший куст, чтобы его собрать и обсудить. Как обычно, лайк, подписка и погнали. А перед новостями поздравим наших стримеров. Шадоуфрика, Морфею, Ватариса, Костыча, Рутяшу, Хелья, Стаса Сатари, Вансама, Мыльную Мочилочку, Алексея Пчелкина, Булочку и Манурина. Желаем хорошего Хэллоуина, здоровья, больших выигрышей и качественного контента, как обычно. Здорово, переходим к новостям. Затронем опять тему слива. Твич дополнил свой комментарий. Как мы уже сообщали, инцидент произошел в результате изменения конфигурации сервера, из-за чего третья сторона смогла получить несанкционированный доступ. Наша команда приняла меры для решения проблемы с конфигурацией и устранения уязвимости в наших системах. Утечки паролей Twitch не произошло, полным номерам банковских карт или данным банков доступа не было. Утечка коснулась лишь малого числа пользователей. Мы очень ответственно подходим к сохранности ваших данных. Мы приняли меры для дальнейшей защиты нашей платформы и приносим сообществу извинения. Ну да. Извиняю, нахуй. Количество пользователей — это больше 10 тысяч стримеров. Ну ладно. Вскоре у стримеров начали воровать деньги с аккаунтов с помощью смены выплаты. Даже через двухфакторку, что очень подозрительно. Твич же не может ничем помочь. Деньги же уже ушли, там баб. Также в защиту Твича скажу, что они предупреждали о смене пароля. Так что проверьте свои данные о выводе. Кто знает, может быть, и вы попали под руку хакеров. По этому поводу уже возбуждает судебное разбирательство, и в большой вероятности Твич проиграет суд. Теперь Тони наконец поймут, что защита крупной площадки важнее, чем изменение дизайна по типу плашки поиска. После такого происшествия, у главного офиса Твича сорвали вывеску с логотипом, оставив разбитую стену. Неизвестно, кто это сделал, но явно не простой прохожий парфлоп. Также недавний взлом Твича не сравнится с крупнейшей незамеченной утечки данных за всю историю. Еще в 2014 году после покупки компании Амазоном. Все любят Твич, и никто не будет нас взламывать. Так говорило прошлое руководство. Следы того взлома заметны до сих пор. Называли ее срочная пицца. В то время все экономили на кибербезопасности, после чего начался сущий кошмар для сотрудников. Они почти не спали, работая по 20 часов, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Взлом был настолько масштабным, что хакеры могли отправить на свой сервер пароли любого пользователя, что уже говорить про исходный код и базу данных. Администрация сообщила об этом спустя 6 месяцев пасты про смену пароля. Но ни слова об утечке. Вот такие пироги. Сука, я думал, ниже уже быть нельзя. Госдума планирует заставить отключить систему рекомендаций. Якобы они работают на основе анализа данных, поэтому хотят добавить функцию его отключения для понижения рисков социальных конфликтов. Но мы-то все и знаем, что рекомендации Twitch работают через жопу.
Наша русская команда победила в International 10 по Dota 2. Поздравляем, пацанчик. В смысле, блять, русская команда? Вообще-то, ну, там и Украина, и Дагестан, и Россия, там, это... Они представляли российскую команду. Залутали 18 лямов баксов. Конечно, Миплошка! Итак, Team Spirit! Чемпионы! The International 10! От себя скажу. Хоть матчи и были красивыми, в середине попахивало 3-2-2. Кстати, слили тренера PCG, и он ставил на проигрыш своей команды, а также в изменах своей жене. Теперь судите сами, постановы или нет. Нормали. Сильвер Нейм побрился на лысо в честь победы спиритов на огромный онлайн в 60 тысяч зрилов. Если Team Spirit забирают топ-1, да, побреюсь. Каково? Их не остановить! Их уже не остановить! Просто хуять базу, блядь! Русь, дружно! Россия! Влад на характере оставилась. Бля, это страшно. Ни разу не делал никакие ставки. Прикинь, ты просыпаешься, тебе такой чел киску ночью отлизывает, ебать. Даже Путин поздравил наших ребят. Хотя сомневаюсь, что он вообще в курсе интернешнала. Ну ладно. А вот Собчак будет снимать фильм по киберспорту. Как все быстро засуетились... Да вы лезете нахуй, блять. Хайпанем немножечко. XQC считает, что Twitch разбанивает стримеров, чтобы противостоять Ютабу. Что-то происходит, и чувствую, что YouTube давит, и, судя по всему, Twitch проявляет упорство. YouTube покупает больше стримеров для перехода на свою платформу. И похоже, что Twitch делает ответный удар, разбанивая ранее забаненных стримеров. Вполне вероятная теория на фоне последних новостей. Как думаете? Я не хочу показаться невежливым, но всем похуй. Twitch добавил всем стримерам в чат выделение первого сообщения. Раньше она работала у 10%. Теперь открыли всем. По-моему, бесполезно. Кто ни разу в чат не писал, можете написать? Забивает место в чате. Не нравится. Да пошел вон отсюда. Помните анонс перемотки стрима на 2 минуты? Нет. Так вот, Twitch запустил ее и еще добавил кнопки посмотреть трейлер и напомнить мне. Лично я уже привык перематывать трансляцию вручную. Хотя функция удобная. Меньше кликов делать. Вы охуели? А что вы молчите, крысеныши? Вы че, суки, миллион человек написало, блять, первый раз вы вообще охуели? Вы че молчите, крысеныши ебучие? Ебать, мышки сидят в норке, свой крысиный сыр поедают, ладно, не пишут. Ладно, мы вас любим, спасибо, что смотрите. Ну, тоже верно, да. Да, респект всем, спасибо. Amazon разрабатывает площадку для музыкальных трансляций. В этом микрофон. Создавать собственные радиостанции, подкасты, музыка из библиотек и другое. Эфиры на трех основных сферах. Поп-культуре, комедии и спорте. Напомню, что Amazon владелец Твича, и через него можно будет слушать то самое. А, ну заебись тогда площадка, да. Реакция. Осуждаю себя пиздат площадка на радио. А это что-то новенькое. Жду релиза. Okay. Стримерша влепили бессрочный бан за одежду, после чего она обвинила Твич в двойных стандартах. Но ну, тут куда по факту, ты нарядилась, у Амура по раскрепощи не наряды есть, а все стримит. Хотя и наряд забаненный я тоже не одобряю. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Но делать этого не стал. Donation Alerts добавили донаты через криптовалюту Ethereum. Напомню, что один эфир... Что я говорил? Не пизди, они только сейчас это сделали. Я придумал донат криптовалюты, но я не реализовал сайт. Уёбки. До Donation Alerts много что было. Стоит около 300 тысяч рублей. Платежи будут приходить в выбранной валюте. Просто они только сейчас это сделали. Ничего не нужно. Ну ще, неплохой байт для криптоинвесторов. О, заебись! Китайские стримеры стимлят зиацы ёбаные роты. Да-да, пойдет, мне надо. Не, брат, мне не вообще, ну, я скоро кроп пойду себе сделаю, брат. Включи донат Шидена и досмотрим дальше. Привет, ебаный кабан. Спасибо тебе за 100 рублей. Шидена, помнишь? Он у нас пермачом за какую-то хуйню был забанен год назад еще. Привет всем. Привет, Шидун. Он у нас пермачом был забанен, потом он стал модером Эрик Рент, уже больше года модерирует, стал адекватным пиздюком. Можешь разбанить его? Этих ников, известный как король Помар, продал во время трансляции товара на больше миллиарда долларов.
Трансляция длилась 12 часов и собрала 250 миллионов зрителей. Рекорд по объему продаж и количеству просмотров. Легкая! Легкая! Легчайшая! Для кого? Для величайшего! Лично я вообще не понимаю, откуда такие цифры на зрелых и на помадках. Но эта тема для Китая не в новинку. Еще с 16 года они сделали революцию, создав коммерческий стриминг. Конверсия в подобных эфирах в 10 раз больше, чем в интернет-магазинах. У нас чё пытаются. Но основной аудитории просто похуй, что рекламируют стримеры. Такой менталитет в СНГ. Печально. Ну, ладно. Также этап не отстает, а точнее уже отстал на 5 лет. Так вот, Google запустит функцию покупок прямо со стримов. Пользователи смогут просматривать каталог и покупать, пока идет стрим. Марафон начнется с 15 ноября. Да не, никогда YouTube не сравнится с Twitch, они не догонят. Как зайдет аудитория. Никогда. Twitch добавил трансляцию стримера Арсенал на главную вместо матча Арсенал и Астон Виллы. У Челика сразу вырос онлайн с 2000 до 17. Арсенал вы... Из-за главной на Твиче. Как обычно обосрались, ничего удивительного. Во время стрима Minecraft Live прошло голосование между мобов Светлячка, Элла и Медного Голема. Многие стримеры высказывались и голосовали с зрилами за своих големов, но выиграл в итоге Элей. На мой взгляд, хорошее взаимодействие между аудиторией и майнкрафтерами. А вы за кого голосовали? Вспоминаю, кто это. Зачем-то хотя бы, ну, он не проиграет, ты сломал. Вообще, похую. Команда Дундук забрали первое место в Twitch Rivals по Таркову, но были подозрения в стрим снайп. Марк, вот... Ну, блядь, ну чё твои... у тебя так донат уёбско настроен? Почему меня так повторяют, потому у тебя нет? Выключено здесь. Меня Аня забанила за то, что я ее в КС убил, на нож посадил и посмеялся. В целом было смешно. Ну... Пинги. Все же наши ребята забрали 6000 баксов. Красавчики, с победой. Сюда, 61 очко, блядь! 61 первое? Один. О, Гримскор, нихуя какие люди олдовые, привет. Ну, с Модерн был, да? Что-то очень знакомый ник, не помню. Кто меня убил? Гримскор, ты был модером? Да, бля, да, да, я хочу, чтобы эту команду исключили из Rivals'ов. Чё, она же? Те же самые? Те же самые типы. Twitch запретил стримеру говорить о блокировщиках рекламы. А именно такие, как Adblock после подписания партнерского договора о минутной рекламе на его канале. Стример Хасан был перед выбором или не подписывать партнерку, Хасан, да. Или со своими условиями. В итоге Twitch все равно бы запускал рекламу. А теперь и получать будет больше. Ну ты был модером, что-то все делал, потом в какой-то момент просто слился, никому ничего не писал, он моднулся. Все, я тебя вспомнил, да. Ad-free experience, there are some things you can do. Some which I can say, some which I've been warned not to say. You can, for example, subscribe with a $5 subscription. You can subscribe with a free subscription, if you have a Twitch Prime, that is. You can also do some other stuff that I can't say anymore. So here's the 1 minute ad break now. У стримеров во время трансляции одновременно потекла кровь из носа и были глич-шумы на потоках. Alright, sorry about the delay, fam. It's been a weird day. Is that a... Oh. Oh my god. Из-за чего? I'm so sorry. Sorry, that's really gross. Чего, блядь? What is being visited upon our... Ебать, это реклама. О, это лучшая нативка в мире. Помнишь, нам предлагали? Ты помнишь это? Когда мы еще в съемной хате жили, блядь. Нам предлагали с Питера, а ребята, вот приехать отснять. Apple TV никогда в жизни... Не, Apple TV, другая нативка очень была, будто нас похищают на стриме. Apple TV на тизер сериала «Вторжение». Но Александра Гвин им все равно не переплюнуть. Жеть, как круто. А, тормози, дядька! Ты что тут делаешь, э? Что делаешь тут? Ты что? Вот два срока дешевле, защита до 48 часов. Блин, это то, что мне надо, особенно я вспотел, но так буду вкусно пахнуть. Братишкина не забанили за наготу, а всего лишь дали предупреждение. Это получается, слив Твича был правдивым? Твича, что меня в попу выебать хотят.
Но меня не выебали, потому что я в последнее время очень мало нарушал. Вот. Да за то, что я сисю, блядь, случайно показал. То есть, блядь, прикинь, вместо бана меня предупредили. Ну, чтоб ты знал, типа, прикинь, такая хуйня, оказывается, есть. За последнее время очень мало нарушал правила. А, да, блядь! А когда я, нахуй, сиську случайно, блядь, показал и не получал бана до этого 2 года, меня забанили, нахуй, и предупреждения не дали, блядь. Стремясь с инвалидностью, играя ногами, вышел в первый дивизион FIFA 22. Респект. Кстати, сам шутит про то, что ему это удалось. Потому что он играет в фифу как надо. Ногами. Там баб, мазил. Тоша 2x2 и дедушка Хесус заехали в гости к подписчику, которому по состоянию здоровья трудно свободно передвигаться по городу. Респект ребятам. А Роме привет. Ребята, всем привет, это Илюха, мазил, Хесус. Там Тоша. Всем привет. Они молодцы, кстати. Стримерш раскритиковали за участие в Гиве, после чего они удалили посты, ведь аудитория задушила их в комментариях. Должен был быть круговой гив среди ребят, просто обмен на аудиторию, то есть ничего грязного. Всех каперов, всего этого не было. По итогу оказалось, что мне не договорили условия, и это не круговой гиф, а гиф со спонсорами. Я согласилась, мне скинули список блогеров, которые там будут, я посмотрела, мне все понравилось, хорошие ребята, занимаются как бы своим творчеством, но мне не скинули ссылки на людей, которые еще есть в гиве, и которые занимаются ебаным каперством. Собственно, моя аудитория переходит на эти аккаунты, подписывается, это видит и ведется. Так что я рот ебала эти гивы, я больше никогда их делать не буду, если кто-то из моей аудитории наебал на бабки, мой директ открыт. Это очевидно, да. Возможно, сам гив полностью белый. Но участники гива кишат инфо-цыганами, о чем, кстати, сами создатели гива не сказали. Берегите своих смешариков от таких. Блять, гив ёбки, которые каперы, вообще их рот ебал. Ты забрали участвовали в гивах? Я участвовала у Славы, потому что я знала, что там все... Ну, Слава капер ебаный, блядь. Он тоже ж по итогу всех наебал. Машину не отдал подписчику. Хуйню нести, пожалуйста. Ну, правда, уже не смешно. Сейчас серьезно говорю, ты какую-то хуйню несешь. Короче, типа... Не знаю, я вообще мне что-то такое не доверю. Мне все время кажется, что обманут все равно. Девчонкам сказали всю правду, а в итоге еще и там какие-то левые типы были. Но те, что они уже написали с плохим парнем. Ведь так теперь они знает, разошлись как друзья и коллеги. Так и называется «Разные дороги». Он считает то, что он прав, я считаю, что он прав. Что он там писал? Так и называется «Разные дороги». Теперь у Жожо забрали треки. Возможно, те, что они уже написали с плохим парнем. Ведь теперь они... Да плохо, чёрт, А, Жожа с плохим парнем же поругались. Так и называется «Разные дороги». Он считает то, что он прав, я считаю, что он прав. Там на Жожо постоянно пиздел плохой парень. Не, на самом деле я-то в курсе всего, понимаете, я просто не могу вам все рассказать. К счастью, на самом деле, к счастью, я не могу вам рассказать. Грязи на самом деле дохуя и много. Чё за хайп, блядь, такой? Недавно Генсуха анонсировала партнерство с Сейн Лоран, так вот ее фотографии с макияжем добавили на официальный сайт компании. Хороший уровень для СНГ и Твича партнерства. Даню Кашин и Илюха Мазилов скоро запишут фит, работа находится уже на начальном этапе. Реально? Кашин пишет с Мазиловым? Ну должно быть охуенно, потому что у них телек одинаковый. Трек появилась веб-версия. Только вот зачем ее разрабатывают, если наши стримеры все равно улетают за DMCA от этой площадки? При переходе на сайт нам предлагают отключить записи и клипы. Вопрос, тогда для кого саундтрек? Это мне! Это мне! Модисталы расстались, и все же они не были братом и сестрой. На самом деле история печальная. Печально. Бля, вот знаете, вот ничего против Twitch конторы не имею, всегда говорил, пиздато делает, круто делает, но некоторые вещи, блядь, мне кажется, ну не надо форсить, блядь, ну не надо нахуй, ну просто, блядь, не надо нахуй этого делать. Да, блядь, про Модестал нахуй, нахуя это нужно? Когда-нибудь я решусь переехать куда-то. Ну, блядь, ну это, ну, блядь, ну... Я не считаю, что... Это мое мнение, я не считаю, что это нужно вставлять, типа, в нарезку. Это их личная жизнь, нахуя в это лезть, блядь. Поступил неправильно. Не отвечал на сообщение Ксюша, а потом удивился, я боюсь, что это не афишировали, но... Блядь, они это афишировали, потому что у них достаточно огромная аудитория есть. Им нужно внести ясность какую-то при своей аудитории, но...
Зачем продолжать вот эту хуйню? Ну, это мое мнение, типа, вы можете меня осуждать, либо поддерживать в этом. Я просто свое мнение выражаю. Чила терпила и еще защищала его на потоке. Хотя зачем? Короче, надеюсь, что у них все решится, и они сделают нормальный прощальный стрим. У меня все. А мы переходим к номинациям. Открывает номинацию Десаут за каждодневный АФК чил стрим. Я считаю по факту, а мы поздравляем. Планку шип недели до сих пор держит гаечкой строго. Походу мы с вами сванговали. Лив гаечка. Это она? Я заваляла строго и гаечку встречаю. Бля, кстати, реально. Что? True инфа. Серьезно? Да, Ванёк трахнул гаечку без рофлов. Это уже на всех стримах было озвучено. Он реально с ней потрахался. Да, всё, Марк, блядь, бабские вот эти разговоры у подъезда вставили. True инфа. Ну-ка. Теперь в Питере есть целых две квартиры, которых никто, кроме Ванёка, ночевать не будет. Да все, все уже все поняли, все. Да все уже понятно всем. Че вы тут? Не знаю, тебе не нравится в этом подъезде. Кримш недели забирают силиконовые азина с кубахой. Кто разгадал? Эй, ты че? Они закрылись. Рамсиба, путал, блядь, да? А я как? Хочется вызвать священника. Номер священника, знаете? Вызывайте. Бля, что за хуйню мы смотрим, ребят? Что за пиздец вообще происходит? Сколько в ротик, сколько в пупу? Какой куба? По имени. Меня зовут Сюзан. Я вам сказал, Сюзан, по имени. Сколько часик? Сколько часик? Часик, это мы уже в личках обсудим. Ладно, я это на люди не выношу. Это моя работа, это моя профессия. С ее ценой можно узнать личную информацию. Это я. Стоп. У меня сердцу, все, пиздарики маленькие, нахуй. Я стрибовываю, все. Шутки, Вади, хорошие. Так. Ёб твою мать! Это клипы уже пошли? А, блядь! Я себе под тайминг вообще, камера вырубилась, подбит. Можно на минуту? Ну, на самом деле, проблема в том, что я гей. Вот так-то лучше. Я не конфликтую, потому что я когда ложусь спать, я говорю, Алиса, спокойной ночи, она мне говорит. Борь, долбоёб, пошёл нахуй! Ну, блядь! На зелень не смотрится. На секундочку отвернулась. Да дурак, вы на лоне, а? Все нормально. Что я делаю сейчас? Ой, блядь, слышь, ты селедка, ёбана, забери свой пиздак нахуй, пока тебя не растворил. Шу, блядь, в это, сука, играть, блядь. Блядь, куда? У меня, блядь, 144 герц! Эй, это он и лыч! Потому что у меня 2 FPS, блядь! Какие все злые, ну, игры делают с людьми такие вещи, это нормально. Правда или действие? Рейдку мне снял, как рейдер ходит. Не ебало! Ну как, он постоянно снимает. Ну и что теперь, давай в обоссанном доме жить? Прекрати снимать. Куда, бля, я не хочу стул пиздить. Он уже опять нужен. Реально, я сейчас оставлю коммент. Но надо продумать так, чтобы этот комментарий был еще при этом крутой. Чтобы я. Твой папа попался. В такое же ходит, Трикс. Надо что-нибудь такое, ну, оригинально. Про себя? Нет, слабовато. Про его папу, блядь. Попробуй еще раз. А вручу номинацию Биг Пигу. Пастеру номер один на Твиче. Он поднимает хороший актив на премьере не только. Хочу выразить ему благодарность. Ну и поздравляю. Ты ему даже не застегнул до конца. Я потому что затянул.
Надо наверх, чтобы эта штучка смотрела в боку. На, бля! Ну все, это уже клипы, пошли дальше, ну, смысл смотреть. О, кластерку дал, пизда всем нахуй. Ебать, сейчас всех взорвет. Гений на рекрэнте, блядь. Красава нахуй. Я такие же флики даю, это хуйня. Че ты угораешь, реально такие же флики даю. Трикс прекратил. Ребята, как репорт кидать в этой игре, не знаешь? А чё я не так делаю, блядь? Не, все нормально. Ебать, мапки Warzone играет? Даже не знал об этом. Я не вижу, что он стримит Warzone. Охуели, что ли, совсем, блядь. Караоке недели отдам Ваде и Илону. Получилось прикольно, хоть и кринжовенько. Смотри, у нас караоке любительское. Трикс, свои ножки кусаешь. Только больше не надо слов, не нужна мне твоя любовь. Убьет тебя и сяду. Ну, сейчас так же. Бутанюша! Сил! Апа-па-па! На споте! Па-па-па-па! Не проблем, кроме моей башки. Тысяча семь. Жив я, прости. Как карибский, горят соски. Ты поебушка, поебу тебе мозги. Диджей крутит диск. Тишина не о рассвете. И нет машин, все вокруг замирает. Ни звука нет. И на... Я назвал его Богдан. Він мав рот, як чемодан. Бодя босих павуків. Потеряла голову. Спасибо, хоть кто-то, блять. Вляпалась. Я на трубе. Фокус, фокус, группе стоплес. На границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится. Эй, за тебя Колым отдам, душу дьяволу продам, и как будто бы с небес. Блять, про то, какой он пизда. Ага, по пизде мне тупо, да такой мой флоу конфета свит. Ем котлету, бабок ты с бабуля ел котлету. Каменный нать на каменный высь, я будто с каменным веки айс. Я тупой, но мне заплатит эта цена. Суку так манят, закаменел. Ну, скайский счет не прокатило. Пары в доту. Дмитрий Ликс, поздравляем с игроком недели. Давай накину. Давай, вот сюда. Блять! Никто не понял, что произошло. Я же не видела, что он сделал. Давай. Трикс, спасибо тебе большое за 19. Спасибо, Триксуня, за 19 месяцев. Гейминг, понимаю. Дима, у меня дети умерли. Тапок. О, блядь, я не знаю, что это. Можешь сказать, как в игре называется, блядь? Тапок. Не, я не верю, что так можно хуёво во все игры играть. Мне кажется, он придуряется ради контента. Дон, дай мне флешки, скинь мне флешки быстрее, Диман. Да, ты ебанат. Сука, всё. Ты ебанат. Он актёр? Ты долбоёб, блядь. Блять, ты такой, сука, обезьяна, блядь! Четыре лома. Дурачок, что ли, блядь? Милоту отдам по нифиги Байлу. Юле, кстати, пожелаю терпения и нервов. Обнял.
Нет, нет, нет. Тетя Мэй ничего. Какой хорошенький. Они маленькие, все хорошенькие. Мне она страшна. Сидят и сидят, что-то думают там, смотри. Что-то задумался он там. Она даже не пила, как проснулась. Скажи, у тебя болит живот сейчас? Болит живот, да? Мы сходили и покакали, и попили, что у него воспалённо. Коллабу недели от Дамекс и Лу. Он вообще стримит, а то все одни коллабы и контент мутит. Но все равно респект Илюхе, поздравляю. На этом номинации закончим. Сегодня без пасты. Возьмем передышку, чтобы не надоедало и ручки отдохнули. А вот и подобрались к вашим клипам. Моя прелесть. Все, ребят, досмотрели.